Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. В Клинском районе активно идет первый этап вакцинации от гриппа. Привито более 6 тысяч человек. Прививки делают бесплатные всем желающим. Первыми профилактические уколы поставили педагогам, медикам, работникам транспортной и коммунальной сфер, школьникам и студентам. Грамотные пешеходы в Доме детского творчества. В рамках акции «Внимание, дети!» госавтоинспекция провела занятия с воспитанниками ДДТ. Правила дорожного движения изучали в игре. В качестве наглядной агитации – мультипликационные фильмы. Закрепляли знания, отвечая на вопросы викторины. Наши на празднике Москвы. Образцовый коллектив «Лапушки» под руководством Николая и Светланы Ратниковых принял участие в столичном Дне города. Праздник был приурочен к году российского кино. «Лапушек» задействовали на съемочной площадке фильма «Я шагаю по Москве». Они не только танцевали, но и участвовали в ретро-дефиле 60-х. Кроме того, клинские танцоры стали актерами нового исторического фильма о Москве. Им доверили роль юных пионеров.